Загляни в лавку у Вульфи и Нитрича. Продаем и покупаем серебро в Black Desert онлайн. Напиши нам ВКонтакте, Айске или Скайпе. Все данные под видео. Всем привет, ребята, с вами Нитрич, конь, кошка, и играем мы в Black Desert онлайн. Кстати, попрошу заметить, кошка-то не дура, только сел на лошадь, сразу залезла сверху. Ну, а если я просто стою персонажем, прыгает на плечо. Ну ладно, перейдем к сути этого видео. Суть будет в том, что расскажу про топовую прокачку с 1 по 50 уровень Black Desert Online. Если вы новичок, зашли в игру, у вас нет опыта, нету человека, который играл на Корее хотя бы месяц, либо прокачивал одного, двух, трех персонажей с 0 до 50 уровня, то нефиг выпендриваться, искать какие-то советы по прокачке, допустим, с 10 по 15, типа это топ-спот. Все на самом деле проще. Опять же, говорю, если кто-то вас не ведет за руку и не тыкает носом, что именно с 25 левела по 29 должен стоять вот на этом споте. Ну, опять же, это надо скрины предоставить, показать все, рассказать, что именно за такой-то промежуток времени берется здесь определенное количество процентов. Так вот, вы зашли в игру, у вас появляется тучка, которая ведет вас по нужным вам, по главным вам квестам. Это тучка, ваш помощник. А также будут вам даваться квесты вот с таким вот пергаментом. Тоже не пропускайте их. Это, так сказать, главная ветка развития. Так вот, допустим, вы идете по этим квестам. Мобы вам светло-красные или красные. Вы стоите, качаетесь. Мобы стали белые, либо светло-красными стали. Либо вот-вот станут белыми. Идете просто дальше, меняете споты. Придя на новый спот, просто пробегите по кругу. Посмотрите, где более удобно расположены респауны мобов. Потому что монстров можно собирать по 7 штук. Так вот, к чему я веду. Никакой мороки, ничего вам, никакой информации не нужно искать. Нужно просто идти по этим квестам, по главным квестам, по тучке и по пергаменту. Если вдруг у вас пропала тучка. Не волнуйтесь. Допустим, вы прибежали на монстров, делали квест, пропала тучка. Вы покачались там, мобы стали вам белые, либо светло-красные. Пошли дальше по пергаменту, и тучка появится, и, конечно же, даст вам новые квесты. То есть тучка вас направляет, она показывает вам и споты. Вам всего лишь нужно добраться до этого спота, побегать там, посмотреть, так сказать, приноровиться, что ли. В общем, просто-напросто на глаз рассчитать, какой парик, как по кругу фармить, чтобы не стоять зря, не простаивать время. Вот и весь топ фарм, больше ничего не нужно. Но опять же говорю, если вы, конечно же, не в топовом клане и кто-то сидит, вам подсказывает именно. А главное, что поможет вам прокачаться, это еще бустить как можно больше меткость. Берите все шмотки на меткость. Меткость, 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 меткость. Именно для кача меткость — это самый важный показатель. Потом на 50 уровне вы переделаете и купите сеты. И дешево они стоят. Нифига они там выходят по деньгам. Все это сможете переделать. Еда, банки. Есть даже эликсиры, которые дают на 10 минут плюс 5 меткости. Можно все использовать, сейчас аукцион насыщается все больше и больше. На ЗБТ было намного сложнее качаться, здесь сделали дроп со всех монстров, итемы падают. То есть на ЗБТ у нас падало серебро, итемы падали с нескольких, с некоторых монстров. Тут падают везде, денег немерено, вам на все хватит, на банки, ничего крафтить самому не нужно. Просто покупать все в магазине можно, в лавке алхимика. Спасибо, ребята, что смотрели данное видео. Подписывайтесь на канал, заходите к нам в группу ВКонтакте. Ну и как всегда, пишите свои комментарии, я их очень жду. Всем пока-пока!